Хей! Всем привет! И сегодня... Сука! Ладно. Давай переснимай. Сегодня я буду воровать. И я буду что? Воровать чужой контент. Эти видосы, наверное, были уже на канале чем-то. Но я не знаю. Я просто не знаю, на каком канале это было. Но все равно. Сейчас я буду вас удивлять, потому что я такой контент не снимал. Ну, были у меня что-то вроде типа того, но я нифига его не отснял нормально. И я... Думаю, то, что в этот раз я не опозорюсь. И теперь погнали. Здравствуйте. А у вас есть презерватив? Есть. Есть? А можно узнать, какой там размер вообще, по размеру? Просто этот мне редко какие подходят. Мужку таблетку армала вела с тебя. Блин, они для меня маленькие, просто мне надо где-то на 28, на 30 сантиметров вообще по идее. Только на 18, да? Да, все аптеки проходил, для меня это не дело. Ладно, спасибо. Ты снимаешь? Снимаешь? Прикинь, мужик зашел, говорит, у вас есть таблетка, мужики, лази лаз. У него, походу, реально не стоит. Мужик, таблетка арма, лази лаз, ты. Вот так вот. Значит, поехать, короче, на ранц, короче, вызвать. Ствол нам найти, короче, сейчас постреляем. Хорошо? Ты взял? Гранаты взял? Да. Мы его. Алло. Да нет, тут, короче, один, короче, охранник, его можно, короче, спокойно вырубить. И все, в принципе, дело наше будет. Ленька пошла. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос есть. Ну, как, наверное, многие с этим сталкиваются. Вот. Ну, обычно с возрастом. Есть у вас что-нибудь такое, чтобы писька стояла? Есть у вас? Нет, есть. Есть? Да, мастер-таблетки можно. А сколько стоят они? Ебать, она орнула, ты видишь? А сейчас... Давай, снимай нормально. А сейчас я просто хочу вам сказать, если ты любишь
слушать рэп, да? А я знаю, ты любишь слушать рэп, особенно иностранных исполнителей, но ты не знаешь именно, о чем они поют, тогда я тебе скажу. Есть такой канал на ютубе, я его давно хотел вам порекомендовать, но вышло так, что не было подходящего момента, и сейчас я вам просто хочу сказать, подпишитесь на него, и вы будете в курсе того, о чем поют ваши английские рэперы, если ты, конечно, не знаешь английский, поэтому подпишись на него, ведь он очень хороший малый, и сочиняет также сам рэп, кстати, у него монтаж лучше, чем мой, попизже, и поэтому переходите по ссылке и смотрите. Где? А что так? Чё? Ничего. Ну как? Посетители? Какой посетитель? Ну мы давно смотрим. Недавно всего, каких-то 15 минут. А куда нам выходить? Не знаете? Нет. Пошли покажите. Куда? Нет, не хочу. Куда надо входить? Не хочу выходить, почему вы меня выгоняете? Я просто хожу, смотрю, хочу вещи себе купить. А вы один, да, тут работаете? Один работаете? Ну, просто интересно. Вдруг там еще кто-нибудь, напарника сейчас вызовите там, мне чтобы нас окружили. Извините, там дяденька до меня пристает, можете помочь? Вот, он пристает, говорит, пойдем в туалет, говорит, поговорим. Да. Пристает ко мне. Чего? Пристает ко мне. Ну, пристает, говорит, пойдем в туалет, сойдем. Говорит, я тебе там одну вещь покажу. Видите? Пойдем сюда. Не спали. А что ты не клонишь, что ли? Здравствуйте. А у вас есть пистолеты какие-нибудь? Чтобы вот так можно было стрелять в ногу, и он не смог ходить. Нет. Вот. Преследует. Он должен ходить за вами. Можете руки выбрать? Понимаете? Чего понял? Давай уходим. Куда? Давай. Руку убери. Давай. Руку убери. Куда уходить? Почему нам запрещаете здесь находиться? А? Почему нам запрещаете здесь находиться? Мы что-то подозрительные личности, что ли? Мы что-то... Вы не имеете права. Мы не час ходим. Вы не имеете... Я хожу здесь. Вы должны охранять. Мы что-то воруем. Мы все... имеем право здесь ходить. Ну ходить что это? Ну вот парк выходит. А? Нет, мы смотрим вещи, там скоро зарплата будет, что-нибудь приобретем себе, к примеру, вот так вот. Ну, здесь почем стоит? 15. 15 долларов? Нет, тенге. А, понятно. Это оригинал, да? Ну, они качество вверх хорошие, и качество хорошее, проверенное. Поэтому на 15. А такую штуку мы будем брать. Просто 2-3 размера, поэтому чтобы... Понятно. А что так бы они и за 15 тысяч долларов бы, да, прошли бы? Если бы можно было бы их там где-нибудь в другом месте там
для лохов продавать, например, там где-нибудь в Украине, наверное, тоже прокатило бы. Дай бог, чтобы твоими устами все прошло за такую сумму. А вот, к примеру, я вот как спортом, бегом занимаюсь, и вот если их одеть и бегать, они нормально, да, будет? Не порвутся сразу? Нет, у нас проверенные. Проверенные, у нас годами по 10 лет люди держат. Да. А то иногда бывает там драться, короче, приходит стал. Кроссовки не порвались. Нет, у нас не разовые. Да. Не разовые, поэтому. Они на клею, да, вот тут, в принципе, держат. Они все кроссы на клею, прошивки не бывают. Не, я не брал такое бы. А нет, некачественный. Вот это просто прошивка идет, там на самом деле клей. Как раз для тебя, Вась. Да, вообще заебись, без шнурков. Если хотите купить нормальные такие кроссы, чтобы ты кого-то с пырца бил в лицо и они не порвались, берите обязательно без шнурков. Знаешь, сколько стоит? Знаешь, сколько стоит? 7400 тысяч долларов. Несколько денег не хватит. Если хотите, к примеру, брать, да, то это максимум на месяц хватит, потому что, видите, да, они тут на клею, короче, да, сразу, тем более замок до самой подошвы, это чтобы в лужу вот так наступить и сразу как будто бы ноги помыл. А у вас самса есть? А с кошкой есть? А? С кошкой. С кошкой. Ты чё, вообще? Нету, что ли? Ладно, дайте туда этот, с мясом и одну с курицей. Не знаю, с кошкой вкусное мясо? Вкусное вы не пробовали? Нет, конечно. А с собаки? Нормально. Вот. И тебе нормально? С мясом и с курицей. Бр мясо, бр курица. Курица, тут попасть не мать. Сыром с мясом пойдет? Или давайте две уйгурские. Уйгурские? Уйгурские. Уйгур нету? Ланта, с мясом. Оба мяса, да? Их мясо. Чистит, вон даже еще не чистишь, да? Чарайте он? А сколько надо вам чарайте он? Так, есть чистит он. Кто это там приготовил? Ну, готовят еще, есть такие. В городе открыли же. Мама, и ловят, да, бездомно? Да, ловят. Мама. И, короче, делают. Эй, бар дейді ол сондай? Где это? Украине? Да, на восьмом. На восьмом? Прям собаки делают? Да. Собачье мясо, кошачье мясо. Мясо пиво, да? Да, кошачье мясо. А может салфетка? Где салфетка? Спасибо. Спасибо. Видео подошло к концу. Так вот, переход из Инстаграм на Крейна. Там у него были те моменты, которые не попали в мой Ютуб. Хватит сигналы. Бля, на то ему дать. Сейчас я подойду тебе в рот. Сразу воткнул. Ладно, смотрите. Переходим к нему по ссылке в Инстаграм, там он будет публиковать историю или фотографию со мной, где вы будете в курсе всех пранков, розыгрышей, которые я сделал. И сейчас тебе слово, Крейн.
Ребят, я очень рад, что снялся сегодня видео с Васей Бойко. Сегодня было много трэша, и спасибо Васе Бойко за сегодняшний вечер. То, что, блин, у меня болит все тело. После ходьбы 5-часовой по городу я стою, у меня сейчас болит все тело. То, что, блин, я позвонил Васе, и сегодня сняли такой трэш, да. Прикол, угар. Понимаете, как хотите, ребят, я не силен в словах, но всем удачи. И всем до скорой встречи. Ну вот, благодаря Крейну этот ролик выйдет, все записи видео будут чисто у него. И поэтому я благодарен ему, если бы не он, видео бы не вышло. И поэтому сейчас.